Так, сходили сегодня в Евроопт, и там появилась новая коллекция, третья, бонстиков. Вот она вся. Это у нас я овощи, хочу, фрукты и ягоды. Чтобы мне попалась черничка. И, короче, хочу, чтобы все. Ну давай, открывай, что нам сегодня попалось. Гриб. Покажи, положи мне. Да, это грибочек. Шурум. И второй. О, такой прикольный гриб. Ой, упал. Подними, пожалуйста. А второй кто? Тут у тебя силы нету. Ну, открывай как-нибудь по-другому. Ну кто? Интересно. Не знаю. Какой-то кругленький. Может, черничка? Черника! О, ты хотела! Какая хотела. Она классная! И у нее здесь шапочка. Блин, какая она классная! Подожди. Подожди, не шевелись, это фокусировка. Не получается. Блин, какая она красивая, прикольная. Вот и угадала, черничка вообще красотулька, да? Ну вот. Друзья, и грибок. Это друг с подружкой. О, и такой вот грибочек. Прикольно. Прикольно, черничка вообще классная, да? Это они пойдут в новую школу. В общем, в коллекции сколько тут штук? Сейчас посчитаем. Так тут надо умножить 5 на 6. Сколько будет? 5 на 6, 30. 30 штук. Вот, 30 штук коллекция. И специально вот эти вот контейнеры, где их надо собирать. В общем, прикольные они тут будут. Ну, будем ходить периодически. Буду 24 давать. Их. Подожди, раз, два. А, не 5. А 4 на 6. 24, да. Я подумала, что в этом столбике 5. 24 штуки. Ну, прикольно. Да. Начало есть, посмотрим, о, что дальше будет. Вот, черничка, ее зовут Буба. Вот она. А гриб как зовут? Шрум. Шрум, ну ясненько. Шрумик? Все. Сегодня короткий день. Шрумик. День учителя забрали пораньше, да? Поэтому Арина пришла, на улице еще светло. Короче, будем сейчас кушать. Итак, сегодня наснимались рецептов, устали. Вот наша вкусная бабка готова. Варит бабка горошек с помидорчиками треска. Куча соуса нашего. О, кстати, такой зеленый на камере. На самом деле он не такой зеленый. Да. Вот бабка моя полила соусом. Вкуснятина. И у Вовы. Ну, Вова там больше, наверное, грибов все с капустой. Да, выскреб со сковороды. Поэтому у него вкуснее будет. Вот такой у нас сегодня ужин. И смотрим кино, как всегда. Может, ближе подлетят. О, давай, спускайся. О, близко. Ух ты! Что? Этот близко. Птичка. Блин, здоровые ястребы эти. Или это соколы? Давай остановимся. А, не надо. Ждем Вову, отдыхаем. Вот он и идет. Он уже идет. Yeah.
Ну что, продуктивно сходил? У нас красивый яркий дом. Кстати, мне нравятся такие яркие дома, классные. Это будут мои наушнички крутые. Ну, когда цвета сочетаются, конечно. Стой, стой, красиво. Снимай, мам, снимай. Шлагбаунд. Шлагбаунд поднимается. Шлагбаум. Шлагбаум. А, шлагбаум. Одни дома. У меня будут на узкие штыки. Спальный район. У нас весь город. Значит, тут можно район. Спать ложиться. Это же спальный район. Любое место. Так, и что это ты тут делаешь? Ничего себе. Чего? Это что ты тут делаешь? Провод длинный. Классные у тебя наушнички теперь, я смотрю. Смотришь... мультики. Угу. Прямо отсюда. И все. Никому не мешаешь. Еще круто. Дальше можно садиться. Повезло тебе с наушниками, да? Ну, уже так вот немножко. Да все, уже дальше не надо. А то сейчас жулик их он перекусит идет. Угу. Ясно. Прикольные наушнички. Так, вы что тут творите, а? Котовелки. Затихли, как я подошла с камерой. Всегда. А я делаю уроки. А ты делаю уроки. Что это? Что там было? Она меня напугала, капец, задёрнулась. О, лапа ее торчит с дырки. Ксака, я тут что-то это... не заикала от страха. Ужас. Я уже боюсь. Жулик, заходи в дверьки. Открыто. Дверька открыта, Жулик. Куда побежал? Предатель ты. Так, прочитайте текст. Дайте ему заголовок. Будете вместе со мной делать. Белорусская мова. Да. На что указывает заголовок? На тему и на основную думку. Запишите текст разом с заголовком. Там не текст написано, а текст. А текст. Я привыкла тебе. О, кстати, мы по картинкам придумывали. Один текст и по белорусскому придумали и писали сами. Ну, если было что-то непонятно, как по белорусскому будет слово, это мы писали в стимулирующих. Ой, в каких стимулирующих? На листочках вообще. Толковый словарь. Ну, толковый словарь, что обозначается? У нас есть толковый? Есть орфографический. Нужен толковый. Белорусско-русский. Толковый словарь есть в интернете. Фух, слава богу. В интернете есть все. Так, ты зачем мою подушку стерил? Так, лес. Ой, полежать. Ой, полежать. А, так что насчет бассейна? А, к сколько? Бассейна к 11 часам. Нанизу ждать. Это ты с 11 до 6 будешь. Не будешь дома. Не, ну можно потом домой зайти, покушать и потом в школу. Чтоб покушать, пообедать. Я сегодня первый раз лег на диванчик. И что, тебе поздравить? Да, отдохнуть чуть-чуть. А уже время 9 часов, я только прилег. 8:30. А между прочим, сегодня выходной. Выходной у меня проходит, наверное, более насыщенно, чем будни. Конечно. Ну правильно. Выходной ты занимаешься чем мама, хочешь, а практически. Смотри, дерутся. Ноги убери, трохи. Они там обнимаются. Дружбаны, чего вы деретесь? Совсем обалдели. Она никогда не отступает. О, ну.
Он даже мяукнул. Ну да. Такое постоянно. Так она тоже мяукает, он тоже грызануть может. Попадает на него. Жуля, что тебе надо от нее? Капец. Они вообще это не. Сейчас мы получим чувство от них. Зарядка для ног. О, да, я попробую. Это зарядка для ленивых. О, ноги устали, слушай. Как сделать зарядку лежа, чтобы ноги устали? Вот так вот делать. Ты там не хихикай, руки делай. Попробуйте. Вкусно. Рекламирую. Ловушка для кота. Да, коробка. О, привет. Тебя слыхнули. Вот она пошла. Она словилась. Все. Она в ловушке. Ну, вот забава для котов. Принес коробку, и ничего не надо с ней делать. Они сами найдут, как развлечься с ней. Но. Жуликова палочка. Это Жулик. Моя палочка. Жулик у нас только с палочкой играет. Ой, так играется, не знаю. Как толстый котенок. Он же и есть толстый котенок. Кот. И он не толстый, он пушистый. Он совсем не толстенький. Он тигр. Видите, какой полосатый тигр. Все, нету палочки. Что вы раздразнили, все, не играешься. Вот будет сейчас лежать, бездельничать и жреть. Где моя палочка? Где моя палочка? Дай ему пальчик вместо палочки. Не играй. Не, ему не нравится твой палец. Я тигра. Дай сюда свою палку. Я ее сейчас откушу. Он, кстати, отгрыз там уже дюбку. Жулик, ты ловишь рыбу? Все, ему не нравится. Не нравится? Рыбу ловить не нравится. Ему нравится за палочкой бегать. За удочкой, да? Жулик, ты же играться еще умеешь. Что-то там халат какой-то живой. Халат ожил. Так, кто там? Смотрите, у него даже улыбка есть. Ага, халат улыбается. Кто там под халатом? А вот его руки. Кто там под халатом? Ты живой халат. Тихо, дай подниму. Он держит халат. Отпусти. Отпусти, сказала. Вон кто-то.